Приветствую вас. С точки зрения психологии, ваша дочь нашла в секте то, что ей не хватало в вашей семье. С точки зрения психологии. С точки зрения психологии, ваша дочь просто сейчас компенсирует то, что ей нужно было в семье. Как правило, это приобщение значит, к чему-то, ну, к чему-то большему, вот. Желание быть чем-то большим. То есть эффект как раз таки опасен тем, что людям, которые, например, не видят смысла в своей жизни, вот. Она дает смысл, она дает новый смысл. И именно вот, именно поэтому секта так опасна. Вот. У вашей дочери совершенно очевидно психоз, здесь нужно специалистов, ее возможно лучше будет госпитализировать. Вот, для меня странно, что вы удаляете аккаунты с телефона взрослого человека без ее спроса. То есть позволяете себе такие достаточно, ну, серьезные вещи в отношении нее. Ведете себя, по сути, как будто она ребенок. Вот, это поведение неприемлемо на самом деле. То есть удалять аккаунты и не давать ей заходить в интернет. Но опять же, это странно, учитывая, что она взрослый человек, судя по фотографии. Вот. То есть тут вот, возможно, и проявляется ваше отношение к ней. Ну, как таковое вот такое отношение, по ее мнению, неуважительное и так далее. Вот. Что касается масок, вот, что касается масок, то очевидно, это идея о том, что ее семья это не настоящая, это иллюзия, это ложь, что вы врете. То есть это вот попытка обрести какой-то новый смысл в том, что, ну, в том, что происходит, вот, с ней. Вот, собственно говоря, так можно вам ответить на вопрос. Правильно моя коллега Светлана сказала, что у данного аспекта есть свои причины, у данного аспекта есть свои основания, это случилось не вдруг и не просто. Вот. Так что я бы начал бы с, значит, консультации ее мужа, вот, мужа вашей дочери, с тем, чтобы, значит, получить наибольшее представление о ситуации и уже понять более, так сказать, четко, что происходит с ней. Вот. Ваша задача сейчас купировать острое состояние женщины. Вот. Именно острое состояние женщины купировать, повторюсь, то есть снять психоз, если это действительно психоз. Вот. И дальше уже потребуется психотерапия. И, вот. Примерно так мне примерно видится, значит, ну, примерно так видится мне значит, ваша ситуация. Вот.
ну, такой она мне видится. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, то пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи.